15 ноября в Центре культуры и молодежной политики Десногорска прошел концерт, посвященный профессиональному празднику Дню сотрудника органов внутренних дел. Искренние поздравления и слова благодарности выразил в своем выступлении глава Десногорска Андрей Шубин. Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, несмотря на все трудности, и верно служите нашей Родине и нашему любимому городу. С праздником вас! За нелегкий, опасный и такой необходимый всем гражданам труд сотрудники органов Министерства внутренних дел были награждены почетными благодарственными письмами. А в праздничном концерте выступили не только творческие коллективы города, но и сами сотрудники полиции. Несмотря на столь серьезную и ответственную работу, стражи правопорядка обладают еще и прекрасными артистическими и вокальными данными. До чего гармонь поет, от того, что кто-то любит полицейский. Начальнику МВД России по городу Десногорску подполковник полиции Юрий Гришин совместно с майором юстиции в отставке Сергеем Кузьминым поздравили и поблагодарили тех, кто посвятил всю жизнь службе, а теперь находится на заслуженном отдыхе. Доблестные ветераны и на сегодняшний день продолжают помогать и оказывать всяческое содействие органам внутренних дел. Ветеран, подполковник милиции в отставке Альберт Лисичкин после окончания Киевской школы МВД СССР в 1982 году пришел в отдел на должность старшего уполномоченного службы по борьбе с хищениями социалистической собственности. Альберт Павлович рассказал нам немного о своей службе в органах. Были трудные времена, это 1999 год, когда мы работали по 12 часов. Вы знаете, в связи с терактами в Москве и других городах, успеха в работе, чтобы не было 1999 года, чтобы было спокойствие в городе. Вот я хотел пожелать. Хочется отметить, что служить на благо Родине хотят не только мужчины. Юные девочки, с гордостью наблюдая за работой своих родителей, уверенно заявляют. Я очень хочу пойти работать в полицию. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.